Там тоже хорошая песня, но более жесткая. Надеюсь, он гитару уже перестанет выпрыгивать из своего ремня. При шее кожа, ноги, бедру. Да, и специально для тех, кто думает, что мы играем громко, мы стараемся играть потише, чем обычно. Для нас, на самом деле, это огромный опыт выступления на подобных сценах театральных. Мы обычно играем в маленьких клубах. Вы понимаете, эти вертепы, где там куча полных молодых людей прыгает со сцены в зал и все такое. Я думаю, кстати, многие из них здесь есть, эти люди, да, которые прыгают со сцены в зал. Just